шел по кленовой аллее. Увы, те картин, которые ожидал в том свете, сейчас нет, так как то, что я снимал пару-тройку лет назад, такие кустарники и повырубали. Ну, так, основательно здесь почищено. Поэтому то, что я ожидал увидеть, здесь, конечно, увы, не встретил. Но все равно получил кучу положительных эмоций, созерцание этой всей красоты. И удовлетворенный, покидая пределы дендропарка Хнау, Харьковского национального аграрного университета, не Докучаева, который находится в поселке Докучаевска, прежде назывался Коммунист. Если здесь находится учебное заведение Докучаева, то как раз современное название более подходит этому месту. Все. До новых встреч. Дендропарк Хнау. Я иду домой.